решила поделиться с вами рецептом салата, который я обожаю и ем каждый день. Он очень простой, но супер полезный. Также в этом видео расскажу вам пару секретиков, с которыми приготовление салата будет радость и не отнимет у вас много времени. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал и не переключайтесь. Самое утомительное в приготовлении салатов – это мыть зелень. Этот процесс может напрочь убить желание готовить, но я предлагаю набраться сил и сделать это всего один раз. Потом вам нужно будет просто взять желаемое количество зелени и не тратить время на мытье и сушку. Я закупила свежей зеленью, тут у меня мята, кинза и базилик, и сейчас я все это помою. Вы можете мыть прям в таком виде, но для меня удобнее оставить только листочки, чтобы потом вообще даже к ножу не прикасаться, ничего не резать, а просто взять листья, полить их соусом и съесть салат. Поэтому я отсоединяю листочки от стебля. С мятой это очень удобно делать, нужно просто пройтись против шерсти, и листья сами отпадут. Падают они, кстати, в специальную сушилку для салата. Это очень удобная штука, покупала в Икее, пользуюсь ей ежедневно. Сейчас покажу, как она работает. Когда все листочки отсоединены, промываю их, выливаю воду и вот так вот раскручиваю листья, чтобы избавить их от лишней влаги. Вот посмотрите, сколько воды остается. Начисто высушивать тоже не нужно, иначе зелень засохнет, немножко влажная она должна быть. И потом я просто перекладываю мяту в пакет и убираю в холодильник. С базиликом поступаю точно так же. И с кинзой. Кинза очень нежная травка, и чтобы придать ей сил, можно в воду добавить льда, это ее взбодрит. Ну и, естественно, любую другую зелень также промывайте под холодной водой. У кинзы мягкий стебель, особенно на верхушке, поэтому каждый листочек отрывать не нужно, а можно только убрать вот толстое основание. И кинзу тоже перекладываю в пакет. Ну что, вот такой лайфхак. Это правда очень удобно, отнимает минут 10, ну, в зависимости, конечно, от того, сколько у вас зелени, зато потом вы приготовите салат за 1 минуту. Так, ну давайте, собственно, его и приготовим. Начнем с соуса. Берем растительное масло. Всю громовку вы сможете найти в описании под этим видео. Бальзамик. У меня густой, но это может быть и жидкий. Сироп или сахар. Соль. Перец. И главный компонент – это цитрусовый сок, потому что это вкусно, во-первых. А во-вторых, сейчас будет немножко науки, витамин С делает железо, находящееся в листовых овощах, в 3 раза более доступным для усвоения. Поэтому цитрусовый сок добавляем обязательно. Это мой идеальный соус. Попробуйте, может, вам захочется чуть слаще или, наоборот, более солененький вкус. Я всегда использую эти ингредиенты для соуса, но, правда, наливаю их на глаз. И всегда начинаю приготовление салата соуса. Это очень удобно. В одном рецепте салата я уже делилась этим секретиком. Вам не нужно задействовать дополнительную посуду для соуса. И вообще очень удобно замешивать его в миске. А теперь просто берем нашу чистенькую подготовленную зелень, горстями достаем из пакета, отправляем в миску и перемешиваем соусом. У нас уже получился очень вкусный и полезный салат, но чтобы сделать его супер салатом, нужно добавить семечки. Я стараюсь добавить все, что есть. Это тыквенные семечки, кунжут, сушеную клюкву. Также добавляю семена чиа и семена льна. Это омега-3 жирные кислоты. На этом мои запасы семян закончились. Вы также можете добавить семена конопли, семечки подсолнуха, орехи. А я еще добавлю морковку. Здесь другие овощи даже не нужны. Настолько сытный и полноценный салат получается, что даже не хочется перебивать этот ароматный вкус зелени. Я такой салат ем с черным хлебом и с хумусом. Хочу отметить, кстати, что все эти семечки теряются в листве, они не хрустят на зубах, вообще особо не чувствуются, но полезную дозу витаминов вы получите. Мята в салатах – это вообще моя любовь отдельная навсегда, она дает такой свежий вкус, уже говорила вам об этом и применяла ее в спринг-роллах, попробуйте, кстати, этот рецепт тоже. Вот такой простой, но вкусный, полезный рецепт салата. Пробуйте, друзья, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых рецептов. Целую вас. Пока-пока.